Всем привет! И с вами снова я, Михаил Шилов. Вот автор проектов www.budushin.ru, www.budublog.ru и www.makivara.ru. Мои друзья, когда приходят ко мне, спрашивают, а почему у меня все время вот идут в спортивном зале ролики, где девушки? Нет бы там вот бодибилдеров типа Шварценеггера там поставил, там все такое прочее, 50-е. Я бывает и ставлю, но много у меня вот девушек висит, да, красивых. Ну фотографий в смысле. Я же не какой-нибудь самсадист, чтобы у меня подвале девушки висели. Имеется в виду фотографии и ролики, да, мотивирующие. Так почему девушки? Ну, само собой, девушки мне нравятся красивые, это понятно. И настоящий мужчина на вопрос, какие ему женщины больше нравятся, должен говорить, ну, брюнетки там, внутри блондинки, он должен говорить так. Да! Вот так вот. Поэтому я говорю, да, мне очень сильно нравится, да. Но суть не в этом. Дело в том, что в рамках проекта «Корректура» я скидываю вес, да, то есть, ну, худею, хочу, чтобы у меня был хороший, красивый пресс, там, да, все прорисовалось. Это для меня задача. И вот, когда я вижу девушек, у которых нету на животе даже капли жира, и живот у них как будто, ну, кожа на животе как будто пергамент, и там все видно прям насквозь, я с уважением просто проникаюсь, но и другое чувство меня это гложет немножко, такая чисто белая зависть. Дело в чем? А дело в том, что девушки, они от природы женщины, имеют заложенный код, ну, генетически, скажем так, иметь гораздо больше процент жира под кожей, чем это мужчинам характерно. Вот. То есть у женщин процент жира при нормальном весе все равно больше, чем при нормальном весе мужчин. И поэтому, чтобы им добиться вот таких дефиниций и такой, ну, кондиций таких, им требуется гораздо больше усилий приложить. Гораздо больше. И когда я понимаю, что у них есть воля, у девушек есть воля и желание, и мотивация, они добиваются такого. Я говорю, я не могу, я мужик. Волевой, характерный, который всего добивается в жизни, во всех проектах своих, во всех делах. И я не смогу сделать так, чтобы у меня был вот такой живот, такая дефиниция. Смогу. И поэтому я смотрю, любуюсь на них и проникаюсь вот таким вот чувством, что раз они могут, я смогу тем более. И это действительно действует. Я назаписывал кучу мотивирующих роликов, тьму просто. И смотрю постоянно, и настроение поднимается, и одновременно по Фрейду, я сублимирую свое либидо на другие цели, то есть на то, чтобы железки ворочить. Можно же очень хорошо трансформировать, и не всегда по прямому назначению пускать надо. И тогда получается, что все работает туда, куда надо мне, в данный момент. Вот так вот. Друзья, удачи! Советую вам сделать то же самое. Повесьте плакаты с красивыми девчонками, поставьте себе хорошие видео и занимайтесь. У вас сил прибавится в 10 раз. Салют!